Приветствую всех из Одессы. Сегодня 14 марта 2023 года. Сегодня пятница, Страстная пятница. У нас в Одессе очень сильно потеплело. Светит солнышко, и на солнце, я не знаю, градусов больше 20. Люди многие идут, уже поснимали и куртки, и кофты, идут в футболках, в майках. Причем многие в руках несут куртку, потому что никто не рассчитывал на такое резкое потепление. Очень резко потеплело. Было, ну как, прохладненько было, тепло было, да, там. Ну, вы знаете, я показываю каждый день обстановку, как люди одеты и вообще какая погода у нас. А сегодня прям жара. Неожиданно. Прям хочется искупаться. Странно, когда бывает так пасмурно и такие сильные волны, и холодно, люди купаются, какие-то моржи выходят. Сегодня погодка такая прекрасная, как летом, что сам бы не отказался искупаться. Никого нету, пляжи пустые.